Четверокурсница Елена Аносова уже неделю обживается на новом месте. Говорит, дома и стены вдохновляют. Почти 5 лет здесь можно было услышать разве что звуки строительных инструментов. А сегодня со всех этажей звучат мелодии Баха и Штрауса. Свое общежитие, родные стены. Надеемся, что здесь будет приходить вдохновение. Почаще. Было бы желание, для творчества созданы все условия. Комфортные комнаты в каждом жилом блоке, фортепиано. Есть собственная прачечная и тренажерный зал. Общежитие, которое действительно наполнено абсолютно всем новым, что сегодня необходимо для проживания молодых людей, творческих молодых людей. В том числе оно стало привлекательным для наших иностранных студентов, которые сегодня, в общем, знают, как должны проживать и что должно быть в аудитории. Пока здесь шел ремонт, ребята жили в студгородке. Жилплощадь предоставил Минский лингвистический университет. За это время строители полностью обновили внешний, внутренний облик общежития. Скорее вернуться в свое общежитие хотелось каждому, поэтому наводить порядок после ремонта взялись всем студотрядом. Очень важно убираться, то есть какой-то ремонт делать, так как это будет пользой для всех остальных. Здание построили еще в 73-м году, поэтому ремонт уже назрел. Своевременному обновлению способствовало то, что общежитие попало под государственную программу «Культура Беларуси». Финансирование поступило из республиканского бюджета, резервного фонда президента. Еще часть покрыли внебюджетные средства академии. Всего на реконструкцию затратили более 10 миллионов рублей. Были начаты работы, и в последний год нам удалось очень их активизировать. Благодаря поддержке главы государства, который выделил средства из резервного фонда, мы сумели в кратчайшие сроки ввести это здание в эксплуатацию. Здесь смогут жить более 660 человек. А на время вторых европейских игр общежитие Академии музыки станет еще домом для студентов лингвистического университета. Они уступят свои места в студдеревне спортсменам и болельщикам. Юлия Хмель, Юрий Лубовников. Наши новости. ОНТ.